Банши. ХМП, печать Я курит. не работаю. Парни, 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 как слышно, уходите оттуда! Парни, уходите оттуда срочно! Парни, он идиот! Так, я красный. Кто-то зеленый, есть фиолетовый и голубой. Кто у нас будет голубой? Давайте. Кто второй грузится, тот как бы голубой. Бля. Какая разница? Зашел мне сразу рассудок 99. Парни. 98, он рассудок падает. Через пару, блять, минут, нахуй, все коричневые уже будем. Я красный, кстати, не знаю, чего вы ебали. А Артюха голубой. Влад зеленый, блять. Ты голубой, нахуй, я красный. Я красный, не надо. Я красный, ты голубой, я тебя, бля, буду. Ясно, лох. Спросуй про нормальную активность. Давай сначала, короче, как настоящий профессионал, разложим камеру. Парни, угу. Посмотрите на меня. Все, посмотрите Конч, на меня. Блядь. Ну ты опять горизонт сейчас завалишь, ебаный. Сука! Твой, нормально, фоткай. Бля, если я хуёво получился, Егор. Снимок стоил 200 бачей. Ну, блядь, ты в курсе, что там ограниченное количество? Make sure to refer to your journal. А как журнал открыть? Посмотри на Егора, посмотри на Егора, посмотри на Егора, блядь. Что? Долбоёб, я тоже так могу. В лимбо играем, парни, в лимбо играем. Давай, давай, оп. Все, погнали. Давайте, камеры все разобрали. Ебать у нас камеры вагон. Я взял камеру. А я единственный, кто а с фонариком? Все я до дома, я считаю. А фонарик только один был у меня, он. Ебать ты нахуй гений. Да похуй, в хате свет можно включить будет. Так, значит, могу взять, а ключи... Парни, ключи не забудьте взять. Да здесь сюда он открыл уже. Как зовут Хуилу, я забыл. Иду. Тренога что-то тяжелая, пиздец. У меня фонаря нет, парень, куда идти? Хуила, ты где? Как тебя зовут? Напомни. Бля, слишком... Ноги надо было взять, наверное, да? Слишком много света не включать, а то щиток вылетит. Тяжелая, пиздец. Так, я считаю, треногу сразу воткну на вход, блядь. Свет включи. Нахуй она тут на входе? А как крутить? Какой нахуй крутить? Сука. Хуй его знает. Пошли. У меня радио есть, приемник. Да я не увидел. У меня фонаря нет, нахуй я смотрю. О, вода включи. Вот, все, камеру, пойду проверю. Проверь, грязная она, нет? Парень пошел в точилу камеру почикать, которую поставил. Ясно, секунд, нахуй, понятно. Да хули, бля, на входе что ли обосрался? Я бы не успел. О, как паранормальная активность растет, удачи, парень. Пидара. Вода пока чистая, воду проверяете, чё? Пойдем еще куда сходим, не? Бля, слышите, камера у меня божественная, я треногу несу еще одну. И, наверное, дает даже камеру еще возьму. Чё ты там на кухне ищешь? Всё пусто. Вы зафиксировали, где он присутствует? У нас там еще осталось 2,5 минуты до полного пиздеца. Пошли быстро все это делать как надо. Эй, бункер... Ну, вообще, в туалете вот на этом включилось внезапно. Надо где-то большой такой вот, чтобы он... охватывал область. Слышь, тут дальше не видно нихуя, есть фонарем кто? Да, есть, мы в гараже сейчас. В гараж? Нет, в гараже нихуя не увижу, тут не видно ничего. В гараже, ну, ничего. Зовите его, зовите, как его звали? Да Данила, блядь, Данила! Ты где, Данил? How are you? Daniel Williams, how are you? А разве по-русски нельзя говорить? Да, включите тут нахуй свет. Где-то я должен подвал. Включать, я вообще ничего подвал. Не вижу. Не включай много света, если ты включишь подвал. Много, выбей щиток. Подвал, пошли. Давай, я свечу иди. Да какой иди. Я не вижу, нихуя у меня фонаря ну нет. Иди я с фонарем, заебал. Да, вон, идите в жопу, я на кухню. У, сука. Секунд, блядь. Дэниел Уильямс. А нахуй ты его в рацию зовешь? Парень, тут охуенно большой криповый подвал. Хауэр. Даже я в рацию говорю, я дебил.
Я тебе об этом и сказал уже. Дэниел Уильямс, how are you? Федь, ты втащили? Дэниел Уильямс. Глянь камеру в этом на кухне, нормальный обзор? Так. Ты вот коридор справа. Ой, нам пизда, по-моему, ты меня видишь сейчас? Я тебя вижу, коридор справа и коридор слева. Значит, кайфово, да, потому что коридор справа тут пиздец темно, я даже не могу пройти, у меня ничего нет. Тут еще одна, блядь, камера, чья-то охуительная. Нет, нет. Дэниел Уильямс, холодно. Ну да, ну, окей, я тогда перенесу ее куда-нибудь. Ты сейчас ее вот, ну, я сейчас ее включил, я иду с ней, ты видишь вообще, куда я иду? Да, да, она включена. Дэниел Уильямс, холодно. У тебя же перед тобой есть тумбочка. Так, так, что-то происходит. Все, в сортире он. Есть контакт. Ставлю в камеру в сортире, обождите нахуй. Ты еще выключил. Пидорас, я фотографию за тебя сделал. И вторую, сука. Как ты поставил, слышишь? Парни, я с камерой стою у окна, жду его. Ща, нужен этот. А, там холодно было, да, еще в сортире? Вроде нет. Приемник молчал, я ложил. Теперь идти в сортир и определиться. Блокнот. Алло, у меня камера, фото, как слышно, блядь? Ну нахуй на тебе. Сфотографировать? Ну, я понимаю, ладно, то давайте тогда все, групповое идем в сортир, в общем. Надо блокнот туда отнести. Кому больше всего, кому вы так верите, Егор, сейчас, Егор, оставайся. Семеночка. Там все так делали, Семеночка. Сбрасывай эту хуйню свою. А нахуй она не нужна, в принципе. Я беру камеру, кто-нибудь будет здесь? Стоп! Возьмите фонарик фиолетовый, просветите сортир. Возьмите блокнот, положите в сортире и все. И мы точно сейчас вычислим эту суку. А как его взять, блять? Ты уже взял. Погнали, че. Датчик вон 5 был, да, его не надо брать? Возьмите датчик. Парни, датчик с пола поднимите, поставьте там его. Пригодится. Ох, сейчас мы обосрём. Да я фотографирую. А съемка вот там сколько? 6 кадров, да, вроде? У меня у меня 2 фотографии осталось. Егор сейчас смотрит от моего лица. А как этого лоха зовут? Вильямс какой-то. Егор, имя. Вот, смотри, я видел! Арсений, посвети на дверь, там зеленое пятно. На дверь свети, блядь, на дверь свети, не на меня! Давай, фотофиксацию производим. Так, свети! Ну, отлично! Блядь, фотографировал, все. Че пикает это? У меня в ушах или что это? Я не слышу. Так, надо свет сейчас поставить. Чистить так стол. Егор, все глаза на сортир, камеру в сортире. И тут свет тут, блядь, должен быть, я точно это помню. Ля-ля, все. Я включил. Дэниел Уильямс, suck my balls. Дэниел Уильямс. А, ёб твою мать, это радио, блядь, что это? Да, это я сделал. Надо связаться, пиздец. Это или Банч, или Ревенант, парни, как слышно? Дэниел Уильямс, вырой. Дэниел Уильямс. Нихуя нет, он говорит, нахрен детектор. Пошли дальше. А где детектор EMP вот этот? А, у тебя? Электрический, да выруби эту хуйню, электрическая надо. Посидите здесь, нихуя, темноте не надо. А, слышишь, радио, короче, работает, когда ты что-то говоришь. Если тебе не отвечает, включается сама? То все. Да, но не, она типа говорит, нахрен детектор, типа. Да это хуйня, кстати, подожди, стой! Так быстрее ходишь. Блокнот туда принесите, не? Да, блядь. Ну он не особо агрессивный. Да хуйню, парни, исполняют, сейчас все покажу, как надо. Егор. Так, давай смотрим. Банши или Ревенант? Слабые стороны. ЕМП, отпечатки рук и блокнот. Банши. ЕМП, отпечатки рук. Парни, как слышно, уходите оттуда! Парни, уходите оттуда срочно! Парни, он идиот! Егор! Егор, им пизда, ему сфоткал!
Он сейчас с топором! Егор, Егор, Егор! Егор, ты меня слышишь? Егор! Парни, уходите, он шел по коридору с топором, это ревенант, я уже все вычислил. Я его сфотографировал, срочно выйдите оттуда, парни, прием. Парни! Почему никто мне не отвечает? Выйдите, глупцы, меня слышно? Мы разъебали вас, ревенантов. Изи плюс 25, в общем, считай. Я его сфоткал, что вы сделали? Там труп вы лежит, иди посмотри. А как вы его убили? Он говорит. Он говорит. А я говорю. Алло. А так? Вот, да, слышно. Так, в рацию слышно. А в локал не слышно? Локал, так может быть. Так. Какие ваши доказательства, Влад? Что вы нашли? Нет, в локал не слышно. Говори в рацию. Просто. По поводу этого преза. Я его сфотографировал, блять, в коридоре. Он с топором шел. Ну где фотка-то, блять? Показывай мне фотографию, фотолуку. Смотри, вот, на. Как вы его отпиздили? Вы его отмудохали вообще, один, два в одного. Ну ты дропни, блять. Да сейчас, блять, меня травлю. Вон, видишь, он прям во весь рост, блять, с топором. А, да, действительно, блять. Я его сфоткал, да, хуй тупо он. Я стою, я иду на улицу такой, хочу посмотреть в дневнике, ну, разобраться, кто из двух призраков, ну, какие, типа, улики надо. Типа, там блокнот или дыхание, ну, типа, холод. Я понял, что блокнот, я такой, я его вычислил. И хочу прийти вам это сказать, блядь. Пооборачиваюсь, как бы, в дом, нахуй, он по такой по коридору с топором за вами идёт. Я только сфоткать не успел. Значит, что мы, EMP 5 уровень, что еще? Да ревенант это. А что ты, что ты... Да, что надо было расставить? Блокнот. Да ты можешь даже ни одной улики не проставив, поставить ревенанта. Блокнот, третья улика. Я вам говорил, принесите его, вы даун его так и не взяли. А я говорил, блять, войс вам, а войс мне не слышно было. Сюда, нахуй, двадцатка, видели? А у меня как бы обучение это было, там с войсом. Алло, вот так меня слышно? Да. Слышно. А, ну все, блядь. Я всю игру, блядь, не мог говорить в локал. Все время пошли фотолупы посмотрим, кстати. Пошли. Ну, кстати, это так, тоже охуительное фото от Влада X1. Это не мое, это Егора. А, ну. Фото, и это тоже не мое, это школа это же, Федина. Вот это хоть искать не твое, да, Вера? Да у нас разные, короче, у нас разные. Да, дверь я сфоткал пару раз, хуёво, я. Черная дверь, это я сфоткал. Бля, почему? Ля, блядь, слышишь? Тут одна из этих у тебя фотка, дверь, короче, справа, и люстру видно, и где-то пидор стоит. Там только если присмотреться, то есть в упор ты увидишь этот, его, ну, с топором ебланый дюшил. Сложно понять, что написать. Короче, я сфоткал, вот, посмотри, я не знаю, одна из этих, где ты прям стоишь, у тебя за спины, так ты фонариком светишь на дверь, видел вот это? Отпечаток там у тебя есть такая? Не, такой. А, вижу, да. Ну, у нас просто в разных местах у каждого. И его я сфоткал. Нам 20 баксов дали за то, что его сфоткал. Ясно. За это 20 баксов, да, я охуел. Ну да, мало так. Ну чё, хост? На самом деле, знаете, вот эти вот в РЛ всякие, блядь, фотки призраков, НЛО, еще что-то, и там очень хуёвое это... Качество, да? Это, да, и ты начинаешь понимать, почему тут так хуёво сфоткано, или это, ну, в смысле? Сам ты, сука, лучше подойдешь, сфоткаешь. Было, не ладно. Ну, бог, давайте смотрим. Вы чё, без меня в фармхаус ходили? Нет, мы с тобой ходили. Я фармхаус, не помню, какая там ферма была, когда. Какой фармхаус? Где на лестнице? Дор на отшибе, ебана. Бля, я вспомнил, короче, Влад идет с камерой, типа, Сень, говори мне, что там спереди, блядь. А говорит, я его слышу, я говорю, она, блядь, на лестнице с тобой. Слушай, это не было такого, я не помню, вы что? Нет. Да ты пиздишь, такой деревенский домик, лестница наверх, второй этаж, блядь. А-а-а! Помнишь, мы в прачке ебучей. Самая первая миссия, блядь, когда мы в прачке в этом сортире сидели вчетвером, а, блядь, там дверь открылась, там-то бабка. Ёбаный рот, да, но это очень давно было. Да. Это фармхаус был, лол. Готовы, нажимаете кто-то? Да, рейд. А я нажимал? Алло, почему не надо? Ну, потому что я поставил миссию потом. А, да? Такой умный, типа такой, а? Все, молчи.
Ты, сука, меня затыкать будешь, сука? Прям, мне кажется, надо это начать. Ну все, молчу теперь точно. Пидорас.